Чё, пацаны, прикол, застрял в лифте. Не знаю, чё у меня такой голос, чё-то он с самого утра такой какой-то. Ай, ну что ж ты будешь делать? Такое ощущение, что его как-то переклинило, и он сел на ловителя, вот серьезно. Смотрите, как все было. Значит, я с 8-го этажа еду вниз. С 8-го, от бабушки. Нажимаю, значит, первый, двери закрываются, я отправляюсь, и вдруг говорю, такой. И все. Жму на 8-й. Не, нифига. Скажем так, этот лифт уже застревал довольно много раз, и с моей бабушкой вроде как тоже. Я не знаю, что делать. Это мой первый раз в жизни, когда я застрял в лифте. Вот позвонил диспетчеру, сказали, что ждите механика. Буду ждать механика. Ничего не поделаешь. Хорошо, хоть я не успел отъехать от 8-го этажа. Скорее всего, просто меня даже лифт поднимать не будут. Я просто выйду из него на 8-й этаж и все. Ох, надеюсь, как бы здесь привод дверей не заглючил. Чтобы вообще механик мог их открыть, эти самые двери. Потому что у лифта, у этого... Была некоторая поломка и уже раньше, вроде как именно у этого, да, в этом подъезде. Он просто, ну, у него дверь открывалась, она фигарка и закрывалась. То есть я прям очень надеюсь, что не будет никаких проблем. О! Слышите, может это уже механик едет? Я вот прям очень удивляюсь. Вдруг это реально он? Надеюсь. Ой, капец, капец. Напряжно, что я вам могу сказать. Зря я видос не начал записывать, только когда застрял. Но хотя кто знал, что я застряну? Только бы это был механик. Механик. Может, я даже засниму, как меня вызволяют. Несерьезно, вдруг кто он? ОДС у нас недалеко от нашего дома. И тут должен быть охранник. Фу, охранник. Механик. Не, похоже, мимо едет. Хотя...